покажу вам мастер-класс по поеданию суши в японском ресторане. Смотрите, у меня в руке кружка горячего кофе американо. Это кувшин с молоком. Берем кружку с кофе и наливаем молоко. Осторожно выливаем до последней капли молоко из кувшинчика и ставим кувшинчик обратно на стол. Обязательно нужно перемешивать двухчасовой стрелке. Если вы будете перемешивать кофе, молоко в кофе против часовой стрелки, то будет невкусно. Перемешиваем точно 15 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15. Все. Восхитительный кофе американо готов. Попробуем его. Потрясающий кофе. А теперь, дорогие друзья, я вам покажу, как правильно кушать роллы. Берем палочку вот так вот, эту вот так вот, смотри, и вот так вот. Опа, опа, ай-яй-яй. Это нужно сноровку иметь, не получилось у меня. Так, в следующем видео я снова постараюсь взять палочками роллы с блюда. Всем до свидания. С вами был я, МС Поломкин.